масштабно, ярко и грациозно. Именно эти слова приходят на ум при просмотре проекта «Бурлеск» продюсерского центра «Королевский цирк» и компании «Росгосцирк». Заслуженный артист России Гия Эрадзе и его коллектив приехали в Кисловодск с новым шоу, чтобы окунуть жителей и гостей города-курорта в настоящую сказку. Разнообразные спецэффекты, профессиональное световое оформление, авторская музыка, декорации и реквизит, эксклюзивные костюмы и, конечно, поразительное цирковое искусство. Это лишь часть того, что увидели журналисты на закрытой пресс-конференции. Вы знаете, шоу «Бурлеск», так же, как и все мои проекты, они это синтез театра, мюзикла, цирка, спорта. Он абсолютно необычный проект. Здесь очень много красивых костюмов, необычных декораций, тонны просто спецэффектов, которых мы сегодня увидели на пресс-конференции. Это маленькая часть. Поэтому шоу «Бурлеск», он уникальный. Я очень рад, что наконец-то мы привезли Кисловодск и смогли разместить в этом уютном маленьком цирке огромный коллектив. Один из самых масштабных проектов российской компании «Шоу «Бурлеск». Впервые «Бурлеск» был презентован на манеже московского цирка и собирал аншлаги на арене целый год. Покорив сердца жителей и гостей столицы, коллектив отправился в большой всероссийский тур. И вот спустя 4 года шоу «Бурлеск» впервые на манеже кисловодского цирка. Местная публика хорошо знакома с творчеством Гии Эрадзе и ежегодно ждет новую программу королевского цирка. 27 июля в Государственном кисловодском цирке прошел премьерный показ шоу «Бурлеск» при полном аншлаге. Мы обожаем цирк Гии Эрадзе. Бываем здесь каждый раз. И в этом году попали на премьеру. Просто потрясающе. Восторженные зрители еще долго не могли поверить в реальность произошедшего на арене. Королевский цирк не только смог удивить зрителя, но и на мгновение перенести в атмосферу сказочного путешествия. Мне очень понравилось. Я просто погрузилась в детство. Я даже плакала от радости. Ну вот реально, это красочно, ярко, блестяще, восхитительно. Мне очень понравилось. Просто вот моих эмоций не описать, прям реально. Я настолько благодарна, я так давно не была в цирке, в настоящем. Стоит отметить, что гастроли коллектива в Кисловодске продлятся до 1 сентября. За этот период все желающие смогут ощутить на себе эмоции настоящего произведения искусств на цирковой арене. Приобрести билеты вы можете на официальном сайте или в кассе кисловодского цирка. «Бурлеск» – это спектакль, который должен увидеть каждый. Мария Рипала и Варвара Нуков, Архыз 24.